Это кебаб. Кикап. Кебаб. Неважно. В детстве, просматривая фильмы с Джеки Чаном, я просто поражался этому скиллу. Как же это круто. Джеки Чан, кстати, в детстве был мой любимый актер. А сейчас не знаю. И недавно, пересмотрев несколько фильмов «Неоспоримый», я понял, что хочу так же. Я думал научиться этой штуке за 7 дней, но получилось у меня чуть-чуть быстрее. Часто бывает, ищешь что-нибудь на ютубе, а потом через час понимаешь, как что-то заинтересовало тебя так сильно, что ты забыл, что искал. Так произошло и со мной. На канале Евгения Грейба есть то, чего так не хватает на ютубе. Настоящего. Я нашел, посмотрел все видео и теперь жду с нетерпением новое, ибо каждый видос сделан с душой. Крутой монтаж, идеи на миллион и доза мотивации. Кстати, о мотивации. На канале Евгения есть очень крутая тренировка на пресс, которая длится всего 5 минут. Я попробовал, и скорее всего завтра с кровати я не встану. Рекомендую попробовать. Недавно он начал рубрику, в которой будет проверять на прочность разных людей. И начал он со своей мадам. Помимо этого, парень научился делать сальто назад, 360 на турнике. Да короче, чё я вам рассказываю? Ссылка в описании. Вы знаете, что делать? Погодите, как там кипап-то делать? Посмотрев несколько гайдов, кажется, что это сделать не так уж и сложно. Короче, мне нужно упасть, перекатиться назад и с этой позиции встать на ноги, подпрыгнув за счет тех же ног. В теории еще нужно оттолкнуться руками. Короче, давайте попробуем. Страшно. Еще раз. Я смог это сделать буквально за 30 секунд. Возможно, это была удача новичка, но ни хрена. У меня получалось с каждой следующей попытки. Ну, может, не с каждой. Понимаете, это невозможно описать словами. Я все детство мечтал научиться этому скиллу. И вот я его умею. Круто? Как я и говорил, это не так уж и сложно. Прошло буквально 10 минут. Ну, есть, конечно, над чем работать. Сложнее всего было преодолеть страх, и все. Если ты хочешь научиться этому умению, то для начала тебе нужно уметь делать мостик. Это мостик. И когда ты делаешь мостик, в это же время нужно пнуть ногами вверх. И по факту это все. В момент пинка также нужно максимально сильно толкаться руками, чтобы взлететь выше и получить более быстрое вращение. Что мне стало прямо сейчас интересно. Смогу ли я сделать кипап без использования рук, если это вообще возможно? Надо попробовать. Как это делать? Не, для меня это пока что нереально. Это определенно намного сложнее, чем обычный кипап. Я не ебу, как чуваки в интернете так делают. Бррр. Я как минимум отбил себе голову и спину, у меня теперь болит башка и спина. Это не прикольно. Если вы решите так научиться делать без рук, то я не ебу, как это сделать. Понимаете, ты не используешь руки для кручения. И в принципе все. Тебе в теории нужен сильный толчок и как-то прессом себя закрутить. А как это сделать, я не знаю, потому что ты в воздухе совсем чуть-чуть. Ты должен чем-то оттолкнуться от земли, чтобы закрутиться. Шея это делать чревато травмами там, и так далее и тому подобное. Хотя если сильная шея, то почему бы и нет? Но типа, блин, это какая-то жесть. В теории, вот представьте, вот вы
Вот вы оттолкнулись, если прессом зафиксировать тело, то ноги своим весом опустят. Опустятся вниз, и тело поднимется наверх. Но это надо как-то зафиксировать тело. Руки тянутся помочь. Я пытался использовать голову. Если вы решите научиться делать это без рук, то дерзайте. У меня не получилось. Я попробовал на полу, на ковре, на диване, покушал. Что? Не получается у меня. Блядь, доставься ты. О! Короче, я просмотрел снятый материал и понял, что все это время делал кипап не особо правильно. Во-первых, я слабо толкаюсь ногами, во-вторых, слишком сильно толкаюсь руками, в-третьих, я это делаю максимально горизонтально. Если вы ничего не поняли, скорее всего, я тоже. Если я ничего не понял, скорее всего, вы тоже. Короче, мне нужно, во-первых, сильнее толкаться руками, во-вторых, сильнее толкаться ногами, и в-третьих, делать это максимально вертикально, то есть пытаться вверх прыгнуть, а не куда-то туда улететь в стену и убиться нахрен ногами, головой об стол и так далее. Так я смогу сильнее прокрутиться, и мне будет меньше... Чего меньше? Мне понадобится меньше усилий, чтобы встать потом с приседа. То есть, когда я подпрыгиваю, я вот в таком положении. И мне нужно... А должно получиться вот так вот. То есть, ну, если... Ну, вы поняли. Поэтому да. Кстати, если тоже будете заниматься такой же дичью, не забудьте расставлять ноги в разные стороны. Потому что если ноги будут вместе, это чревато при приземлении ударом в подбородок. Так можно схавать свой язык, раскромсать зубы, подбородок и так далее. А это нам не надо, поэтому ноги расставляйте. Это как сальто делать. Расставляйте ноги, хотя я не делал сальто никогда. Ну вы расставляйте ноги. Кипап на самом деле это реально крутая и полезная штука. К примеру, когда готова еда. Зай, ты кушать будешь? Или насерила кошка. Или нужно побыстрее проснуться. Однажды кипап даже спас мне жизнь. А ну иди сюда, засранец. Именно поэтому я рекомендую выучить это умение на днях. Я его выучил буквально за 30 минут. На этом все. Спасибо тебе за просмотр. Если тебе понравился ролик, то поставь лайк, подпишись на канал, кликни вот эту звенящую хрень и напиши комментарий. Я обожаю читать комменты. Все, всем удачи, всем пока.